Семенации необыкновенной дабл Захара Салмон Роуз очень популярны среди начинающих цветоводов. Кроме великолепных декоративных характеристик, этот сорт отличается простой агротехникой. Достаточно правильно выбрать место для посадки и своевременно удалять отцветшие бутоны. Кусты цинии компактные, не более 50 см в высоту, формируют многочисленные светло-розовые бутоны, которые цветут непрерывно, попеременно сменяя друг друга. Цветы прекрасно сохраняют свою декоративность в вазе, поэтому их нередко выращивают на срез, в коммерческих целях. Цинния дабл Захара Салмон Роуз – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Цинния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания цинии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает цинния дабл Захара Салмон Роуз в месяц июнь-август. Интересные цветы цинии могут быть до 5-6 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.